среду состоялся рейд специальной комиссии по обследованию условий проживания жителей квартир, которые имеют задолженность за полученные коммунальные услуги. Согласно распоряжению городского головы, в ее состав входят представители всех коммунальных служб города. Список должников – это около 300 семей, из них более 70 имеют задолженность за воду, тепло и обслуживание жилых и придомовых территорий. По предприятию КП «Черноморстеплоэнерго» количество должников составляет 299 с долгом более 5000. И эта сумма долга, 299 человек, должны предприятию КП «Черноморстеплоэнерго» 3 миллиона и 605 тысяч. Во вторник комиссия посетила 8 квартир по улице Виталия Шума, у жителей которой накопилась крупная сумма долга. Из 8 запланированных квартир для обхода в 4 квартирах никого не оказалось дома. В одной квартире нам дверь не открыли, тем более, что через дверь с нами очень неадекватно разговаривала хозяйка квартиры. В остальных квартирах мы побеседовали с жильцами. Им было предложено подать на субсидии, обратиться в КП «Черноморстеплоэнерго» для заключения договора на погашение задолженности частями. После Нового года комиссия возобновит рейды по квартирам, жильцы которых имеют задолженность за потребленные услуги свыше 5000 гривен. Сотрудники коммунальных предприятий призывают жителей Черноморска оформлять субсидии для того, чтобы долг не нарастал, и не пускать сложившуюся ситуацию на самотек, а искать пути ее решения.